Всем привет, меня зовут Жанна. Сегодня я пришла под номером 4, потому что я очень хочу выиграть приз лотереи. Я здесь, потому что люблю шутки. Я здесь, потому что я говорю по-русски и отлично его понимаю. Я пришел поддержать юмористов ITC. Потому что это последний день, я пришла в поток. Надеюсь, как-то мое стихоподобство как-то понравится зрителям, лучше можно посмотреть. Волнуюсь, как перед экзаменом. Я была не одной из первых, кто стал волонтером. Наверное, когда я увидела, что хочет выступать Эрмура, хочет выступать Осет, мне появился какой-то азарт, что конкуренция, хотелось тоже выступить. Я хочу сказать, что мы очень все рады, что наконец это произошло. Мы так долго ждали, целый месяц, когда наконец можно будет организовать. И вот люди приходят, я вижу, что у всех хорошее настроение. Я надеюсь, этот день, этот вечер пройдет классно. И еще мне хочу сказать, что мотто нашей лотереи – это слова братьев Стругацких. Счастье для всех, даром, пусть никто не уйдет обиженным. Поэтому мы сделали беспроигрышную лотерею, чтобы все получили какой-то материальный кусочек вот этого праздника как в качестве памяти. Спасибо. Shackles on my words are tied. Я пришла первый раз, поэтому никого не знаю, буду тоже судить строго, честно, беспристрастно. Спасибо. Конечно же, будь моя воля, я бы сейчас рассказывал, как, например, Барселона выиграла Лигу в прошлом году. Лига более важным, как затащить за антимага в доте. Но так как у меня всего 6 минут, я буду рассказывать о девушках. Мурат, сколько у тебя девушек? Восстановили в Алмате. В Алмате? Ну, сверху города или снизу города. Я могу продолжать вечно, честно. До девальвации, после девальвации. До обеда, после обеда. Девушка. У вас родители случайно не греки? Тогда когда вы вернете мне долг? Перед Новым годом звезды нам подготовили гороскоп. Есть такое выражение, скажи мне кто-то по гороскопу, и я скажу кто ты. Давайте определимся, кто есть кто, и что нам передали звезды. Первыми по гороскопу идут овны. Есть у нас овны? Вот наши барашки. Что такое баран? Все знают фразу «упертый как баран», значит они настырные и упрямые. Что еще? У них теплая шерсть. И как это не черными шариками? Стою я как-то возле бара. Стою, курю. Десятого на камне. Тут девушка по 30 лет. Тогда организована. И идет ответ. Я придурак ей говорю. Простите, девушка. Я ей на русский говорю. Еще одно ханаша. Но есть ли смысл ханаша? Я по-местный. Очень даже. Мое лицо, мое лицо хоть и не казаха, но если ты глядеться очень, казахская носка в моих глазах. Вообще хочу рассказать историю новогоднюю о корпоративе. Сидели мы как-то, пили чай. Ну, вы, наверное, сейчас подумаете, ну какая нормальная история начнется с таких слов, да? Но эта история началась именно с этого. Сидели мы как-то, пили чай. Это было в офисе, новогоднее настроение. Вы знаете, перед Новым годом везде, особенно на работе, царит такое ленивое настроение. Мы подготовили для вас очень много интереснейших вопросов. Мега интересных вопросов. Супер, да. Подготовили для вас несколько карт вычисленных. Человек, который выходит сюда, прочтет несколько заданий, которые здесь написаны. И ваша задача именно показать то, что написано, изобразить или нарисовать. Новогоднее завершение Toastmaster'а. Были конкурс на русском языке, игры были, подарки были, классные, симпатичные призы были, отличная атмосфера,
Новый год с Дед Морозом и Снегурочкой. В общем, мне очень все понравилось. Молодцы ребята. Как держать. Всех наступающим Новым годом. Удачи. Действительно, давно так не смеялся. И Toastmasters, как всегда, на высоте, на большом уровне, профессионально провели это мероприятие. Мне бы очень понравилось. Всем привет! Сегодня я выиграла спич контест, чему я очень рада. Всем спасибо, кто проголосовал за меня. Надеюсь, вы от души посмеялись, повеселились. Обещаю вовремя оплатить свой мембершип в апреле. Желаем всем новых году, новых начинаний, успехов. Всем спасибо. Было не так легко подготовиться, шутки писать. На самом деле, оказывается, сложнее, чем писать речь. Но я очень рада, что я поучаствовала в этом контесте. И спасибо большое моему ментору. Всем спасибо. 2015 год для нашего клуба был интересным. И я надеюсь, что следующий год будет вдвойне интересней, вдвойне успешней. И то, что каждый из вас достигнет всех целей, которые он преследует, и которые он поставил для себя, когда пришел на самую первую встречу нашего клуба. Я искренне считаю, что каждый из нас может сделать друг друга немножечко лучше. Поэтому общайтесь, делитесь идеями, воплощайте в жизнь эти идеи. И встретьте Новый год с близкими людьми. Вспомните с улыбкой о неудачах прошедших лет. И просто наслаждайтесь каждым мигом нашего существования на Земле. Потому что если не наслаждаться этой жизнью, то очень тяжело добиться чего-то существенного и быть по-настоящему счастливым. Желаю каждому из наших членов счастья и бесконечной улыбки в 2016 году. Everybody waits for Christmas.